не знаю, Гашек, это у него дело, это его. У меня никогда на канале не пойдет. Да, хуй. Мне вот так, ты... мне так 150 тысяч подписчиков хватает. Это. Я к тебе к тому говорю, что я ролик посмотрел последний. Для Тюра сдал то, для Тюра сдал все, для Тюра сдал... Блин, для Тюра жалко, если честно. Тебя хитрым, блядь. Я хотел... Это нормально, я тебе правду говорю. Я хочу тебе, ну, прям вот, как бы дать. Ну, это нормально. А можешь, так, ну, себе въебать, так, как ты хочешь, ну, допустим... 500 рублей. 500. 500 рублей. 500. Нет, ну сам. 500 рублей, что? 500 рублей. 500. Сам тебе можешь поселить? Так 500 рублей, ты что, гонишь? Так ну ты не можешь же. Нет, конечно. Нет. Могло. Я... Ты когда все ключицы потерял, тебя с твоей ключицей хуй какой эффектник узнал, то надо анализ... А я-то здесь при чем? Ты на эффектник рвёшься. Тебя никто даже звать-то скоро не будет, ёпта. А ты вот, я тебе говорю то, что давай. Я уже свою отозвался, мне уже не надо, сейчас... Хату себе... Я перед своими подписчиками откровенен. Меня за это и любят, что я откровенен. Вот это нормально. Меня за это и любят, что я откровенен. Я не для себя. Я тебе просто могу сказать то, что я хотел сделать, допустим... Этот, блядь, блядь, сука. Не, да. Ну просто... Моих людей хуй кто тронет, нахуй, ебать. Да я нормально скажу тебе, ебаное все. Ну, блядь. Просто не видел. Гитлерман в клетку вышел. Мама! Мам, что мне надо делать? Мам, что мне надо сделать? Мам, да я выйду отсюда! А ты, когда Т-34... Согласись. Против Т-34 ты бы, нахуй, обосрался. Конечно, обосрался когда бы, ёпта. Когда мне сказали, нахуй... Но это было правда. Правда, согласись, когда он... Так и есть правда. Ну. А смысла нет. Ну, просто когда мне сказали, сколько мне заплатят за это... А с это похуй то, что разглашается вот это, сколько кому платят там и все такое. Да пизда. А уже бой прошел. Договор есть, бой прошел, можно говорить, после боя все можно говорить. Просто какую сумму не... Нет, ну а что, ну... А против Т-34, ну, бля... Да это первый бой. Почему падаешь постоянно? Это был первый бой. Ну а почему ты падаешь-то постоянно? Так, в смысле, когда постоянно? Когда я упал? И Т-34, ёпта. Он просто, блядь, так просто угорал над вами. Если бы у тебя разъебал бы... Он в UFC Т-34. Так, а мне что, нахуй, надо было, чтобы меня без сознанки у него вынесли, или что я, нахуй? Мне, знаешь, что понравилось? Когда у вас был... Когда у вас, короче... Он нам ебал не кулаками, а вот этими местами, вот этой хуйней. Ну понятно, ёпта, ну он, блядь... А перед этим, знаете, почему он нам ебал? Его раздраконили. Ну нехуй пиздеть, потому что, ёпта, молодец, ёпта. Да подожди. Ему говорят, типа, пацана, ну там, эта хуйня... Бля, нахуй ты вот это рассказываешь, блядь, ну это такой себе. А я вот уже, не, Злик это все знает. Блядь, ну это хуета, конечно, блядь. Ему говорят, за тебя пришел, блядь, Шура. Привет, Шура. Он говорит, какой нахуй? Он просто начал на сценаристов, на продюсеров кидаться. И что? И молодец, правильно делал, ёпта. И говорит, нахуй, с Шурой. Короче, он Шуру,
широкий. Слышали, да, я тебе скажу, ты хотел заработать? Я заработал? Ну вот. И некоторые люди тоже хотят заработать, допустим, ну, типа, тот же Т-34, правильно ведь? Ну, кстати, он ебашится нормально. Ну, чё нет-то? Так я тебе ему заплатили чуть больше, чем мне. Немножко, типа, больше, чем мне. Нахуя ты это рассказываешь-то, я не понимаю? Так я просто перед своими зрителями честен. Я не такой, как ты. Я перед зрителями честен. Не такой, как я? А что я, блядь, спиздел? Так что, ну ты... Ну что, ты не пиздишь? Не, ну говори, говори, мне как бы... Нет, ты скажи. Ролика тебе сколько? Подожди, секунду. Смотри, в конце, подожди, я тебе скажу, в конце ролика. Подожди, секунду. Угу. Рекламирование того, того. Не пойми кого. Нет, ты давай, дальше говори. Ну, Авалон Технолоджи, и в конце ролика какую там я уже забыл. Не, подожди, стой. Авалон Технолоджи. Угу. Знаю. Да, мне платят за рекламу, да, выводят все бабки. Все люди рекламируют, даже известные блогеры. Вот ты немножко подойди сюда, поближе. И говори. Платят ли только блогерам? Всем? Да. Ребят, кто-нибудь закидывал в Avalon Technology? Сейчас. Да, сейчас. Ребят, напишите кто-нибудь. Не, если хочешь, я могу заняться. Мне даже тебя просто жалко. Вот серьезно тебе скажу. Потому что тебе ничего никто не сделает, потому что ты не благ. Вот. Да, и Avalon Technology крутой. Да. Да. Там ты обязательно квартиру свою поставлю в Avalon Technology. А почему ты не ставишь-то, ёпта? А почему чё ты не ставишь? Не, подожди, стой, секунду, а чё ты не ставишь-то? Взял, продал, туда хуяк, и всё. Сколько? 2 миллиона хватит? Не, я-то купил на свои бабки, блядь. А я за бабки донатеров. Да, я знаю, на чьи. Архангел, Гришаня, с Красноярска, земляк. Секунду. Как он говорит? Avalon Technology, хуевая тема, там никому ничего не выплачивает. Ты же сам только что сказал. Ты говоришь-то, а не я. Только что сам сказал. Нарезку, уже нарезка вышла, нахуй, только что провала. Ну, правильно, пускай будет так. Я тебе просто говорю, то что, а чё смеешься? Так нарезка уже вышла, как Дмитрий Серов обосрал Avalon Technology. А ты-то, чё ты? Да.